Статистика пожаров в России показывает, что около 80% из них происходит в жилье. За 7 месяцев текущего года на территории городского округа произошел 71 пожар. Только за минувшую неделю, с 22 по 29 июля, по сигналу тревоги пожарными было совершено 8 выездов, 3 из них по ложному вызову. Как показывает практика, в жилом секторе пожары возникают из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей, правил монтажа и эксплуатации электротехнических устройств и неосторожного обращения с огнем. Пожар – это испытание. Чтобы минимизировать потери, необходимо знать опасные факторы, сопутствующие тому или иному типу возгорания и действия человека по ликвидации возгорания. Напоминаем, ремонтируйте отопительные печи, очищайте дымоходы от сажи, отремонтируйте электропроводку, оборудуйте свое жилье автономными дымовыми пожарными извещателями и огнетушителями, следите за состоянием и исправностью электропроводки. Никогда не курите в постели. Помните, алкоголь и сигареты – активные соучастники пожара. Уважаемые граждане и жители, гости города Кумертау, соблюдайте требования пожарной безопасности. Елена Камалова, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис».